обнаружить проблему со здоровьем и вовремя назначить лечение, успокоить родителей или просто дать важные рекомендации. Десант детских врачей Подмосковья продолжает свою работу. Бригада врачей приехала в поселок Новый Городок городского округа Щелково. Цель визита специалистов НИКИ детства – проведение профилактических осмотров и консультаций для детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. Здесь, в мобильном комплексе, который представляет собой современную передвижную клинику, врачи проводят широкий спектр медицинских исследований и процедур. Автомобиль оборудован всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ и УЗИ, лабораторией для сдачи анализов. Состав врачебной бригады формируется по запросу поликлиники. Провести прием маленьких пациентов Нового Городка приехали 5 специалистов – нефролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог и пульмонолог. Детишки предварительно записываются на обследование, на консультацию по времени. Все приходит по времени, нет очередей, да. Вот, ждут этого обследования. Что можем, предварительно наши педиатры подготавливают для консультации необходимые, там, может быть, какие-то анализы, если что требуется. Попасть на прием к узким специалистам можно по рекомендации лечащего врача. Родители детей с тяжелыми формами заболевания заблаговременно получают оповещение о том, что в их населенный пункт приедет десант врачей узкого профиля. Через специальную форму записи они могут выбрать время приема и пройти осмотр в назначенный день. Так как мы уже наблюдаемся у нефролога, а нам позвонила, значит, наша медсестра из педиатрии и сказала, говорит, приезжайте к нам, приезжайте, НИКИ детства, вы записаны. Удобно, быстро и рядом с домом. Благодаря выездам на отдаленные территории специалистам с начала этого года удалось осмотреть уже более 10 тысяч детей в Московской области и направить маленьких пациентов с патологиями для прохождения более углубленной диагностики или госпитализацию в НИКИ детства. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.